Считанные дни остаются до профессионального праздника, который совсем скоро отметят тысячи казахстанских строителей. В Алматинской области в преддверии этой даты состоялось торжественное мероприятие, на котором глава области Марат Султангазиев поздравил работников строительной отрасли. На встрече чествовали не только заслуженных строителей, но и молодых специалистов. Подробнее далее в сюжете. Выступивший на праздничном мероприятии глава области отметил, что строительная отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. По его словам, определена новая стратегия развития города Кунаев, получившего административный статус. Генеральный план областного центра утвержден правительством, и уже в скором времени начнутся интенсивные строительные работы. Именно поэтому важно объединить усилия и должным образом реализовать будущий план, резюмировал Марат Султангазиев. Развитие города Кунаев, а также реализация вышеуказанных проектов станут драйверами роста экономики региона, придадут импульс развитию бизнеса и улучшат инвестиционный климат региона. Уверен, что все эти проекты будут успешно реализованы благодаря нашим совместным усилиям. В заключение хочу поздравить всех строителей с профессиональным праздником. Особую благодарность выражаю ветеранам строительной отрасли, внесшим вклад в развитие области. В ходе мероприятия глава региона Марат Султангазиев наградил строителей, внесших свою лепту в развитие региона. Почетной грамотой акима области были удостоены представители и руководители 12 лучших строительных компаний, которые соответственно относятся к своему делу. Также руководители отделов архитектуры и строительства города и районов были награждены благодарственными письмами. Также на встрече выступила директор товарищества с ограниченной ответственностью «Урбостиль» Любовь Нысанбаева. К слову, именно она стала автором генерального плана города Кунаев. Женщина рассказала о будущем потенциале областного центра и презентовала работы компании. Хочу также поблагодарить акимат Алматинской области, лично Марата Ильюсизовича, за предоставленную возможность выполнить генеральный план города Кунаева и за оказанное содействие, которое было очень необходимо для того, чтобы сделать в короткие сроки генеральный план города Кунаев. Не всегда и не так часто бывает так, чтобы можно было сделать, решить такие проблемы, которые были в разработке генерального плана. Поэтому я выражаю огромную благодарность и понимаю, что это редкий случай, когда вот так вот можно сделать. Наград удостоились не только виновники торжества. От имени Союза градостроителей Казахстана Любовь Нысанбаева вручила главе региона нагрудный знак. На встрече присутствующим был представлен проект G4City. Концепция развития предусматривает интегрированный город, состоящий из 4 тематических районов. По оценкам специалистов, в нем будут проживать более 2 миллионов человек. Отметим, что в текущем году на строительные работы в регионе выделено более 150 миллиардов тенге. Из них около 20 миллиардов направлено на жилищное строительство. Аружан Тнеебаева, Биржан Кенжебай, телеканал Жетсу, Алматинская область.